Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марс. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Все в шкафу, бери и отправляйся. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Эй, тут стрелять нельзя! Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам. А дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. К людям со спины. Здесь и так у всех нервы на пределе. Со всей этой... который ищет старый центр связи. До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его хлеб. О, Господи! Господи, спаси! Yeah!
говорит штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказаний.
команда «Браво». У нас один убитый и несколько раненых. Мы на подходе. Требуется медицинская помощь. Штаб, на связи второй взвод боевой поддержки. Рельсовый путь разрушен. Добраться до базы нет возможности. Конец связи. Вас понял, второй взвод. Отступайте к ближайшему подходу и держите оборону там. Конец связи.